пятница. Блины! Как это вкусно и клево! Давайте посмотрим, как пекут блины наши звезды. А это мы! Здравствуйте, ребят! Привет! Заходите в гости к нам! Владимир Девятов – исполнитель русских народных песен. Дочь Марина – вся в отца. В детстве пела с папой дуэтом. Теперь делает сольную карьеру. И недавно выступила перед самой английской королевой. Сегодня в гости к народному артисту Владимиру Девятову приехали его дочери. На пороге дома Марину и Екатерину встречают младший брат Ваня и супруга Владимира Лиза. Они сразу же отправляют гостей на кухню. Сегодня у нас блины особенные по рецепту Марины Владимировны Девятовой. Отличается он от обычных блинов, которые на молоке, только тем, что мы не добавляем туда яйцо. Они вегетарианские. Мы берем 2 стакана молока, выливаем. 1,5 стакана муки. Какой? Мук-то разный. Не блинный, не блинный. А, не блинный, пшеничный обычно. Дело в том, что мешать надо венчиком и сразу. Чтобы, что Екатерина Владимировна, не венчиком, вот этим. Не было кумочков, понимаете? Чтобы кумочков не было. Вот, значит, мешать не стали, дорогие телезрители. Значит, 3 столовые ложки сахара мы положили. Дальше мы добавляем 1/2 чайной ложки соли. 1/2 ложки соды. Вот, пап, держи половник. Так, держи, мешай. Вот, значит, и гасим ее кипятком. Крутым в половник. И выливаем. Вот так красиво. Так. Ну, мне кажется, жидковато. Жидковато, да. Еще надо муки. Подождите, дайте сейчас добавим подсолнечное масло, которое, по идее, должно склеиться. Просто... Они должны быть тонкие. Ну, собственно говоря, тогда мы переходим к самому страшному. К тому, что первый блин, по идее, должен быть кумом. Сковородка такая серьезная. И она разогрета. Вот так вот картошка делится пополам на вилочку. И вот так вот. Все это дело смазывается. И потом уже приносится... Можно? Чтобы понять, что та сторона уже поджарена, на этой стороне начинает появляться желтизна. И пузырики. О! Вообще первый блин комом... Это не комом он. На самом деле пословица говорит: первый блин комам. Комам, комами называли в России, на Руси, медведей. Так вот, первый блин, поскольку медведь после зимней спячки просыпается, по традиции, чтобы он не ходил и не ломал деревенские сараи и огороды, не искал там кур каких-нибудь, первый блин несли медведям, то есть комам. Один есть. Ура! Между блином каждым прокладывается, кладется маленький кусочек сливочного масла. Ох, какой самопар уже горячий. Это к блинам. Ну что, все сели? Да. Приятного аппетита!